Виспер. Герой офигительный. Но не мой любимый. Играл я за него всего пару раз. Выглядит же он как... как обычный раб у темных эльфов. В реальном времени вообще лица не видно, ничего не видно. Но если смотреть в профиль, то видно лицо у него какого-то гнома. Ну, не гнома, а эльфа. Поэтому это и, по идее, как призрак. Вокруг него летают какие-то штуки. Типа тоже светлячки маленькие. И... так, и что же его скиллы-то делают? Тэшечка. Тэшечка такой скилл. Офигительный. Половая связь. Вот. И за счет этой половой связи... кто проходит сквозь нее, тот, естественно, будет стоять в стане. На сколько секунд? На вначале на 0.70, потом 1.25, 1 вот так вот. Вэшечка, это она юзается с половой связью. Если у вас нет половой связи, то никак вы ее не сможете заюзать, она дает атак спид. Этот скилл дает 25 дэмэджа с одного вокруг героя. Вертятся, кружатся шарики. Здравствуй. Да. Добро пожаловать. Крутятся, вертятся шарики. Такие же, как и сам главный герой, очень похожи. Или вот на эти маленькие. Так. И дамаг. Дамажат, естественно, по 25, 50, 75, 100. Там сколько шариков-то? Шариков у нас... 4, 5, 5 шариков. Но это не факт еще то, что... не попадет, не пройдет что-нибудь там. Не-не-не-не-не. Не пойду я на низ. Звуков он никаких не издает. Вообще никаких. Вообще никаких. Что у нас по пику-то? Ну, пик у нас проигран. Мой, тем более СФ. СВ. Так. А, хотя, чтоб я тупанул, нужно было идти на соло низ, а я и не заметил, что у нас один лесник-то. Ох ты, там панда как качается. Сейчас, я, наверное, приду, она будет уже четвертый, а я только первый. Офигеть, я ей фору дал. Ну, даже с этой форой она не выиграет. Против Убер светлячка. Кстати, за счет этого скилла светлячка практически невозможно убить. Так, какой там рейндж, да? 900. 900 рейндж. Офигительный. Ой, там еще кто-то отвод делает. Знал бы, что соло пошел на низ, купил бы варды. Фига, там двойные или какие тройные отводы, да вы что? Нет, ну ФБ я, конечно, не радуюсь, то что мы сделали. В большинстве случаев я проигрываю, когда ФБ на наши делают. Когда на нас, я наоборот радуюсь. Этот Виспер хорош, схаус к Найдане. Ну, кто дамажит очень быстро, сильно. Ближний бой. Очень хорош. Урса. Хороша. Потом. Нет, я туда подходить даже что-то неохота. Нет, ну экспута мне нужно получать. Пусть мобов-то я не буду бить, но экспута. Спастись я так и так смогу, потому что... если рядом главное, чтобы мобы были, ну, или союзники какие-нибудь, к ним протянусь, да еще им, возможно, убьем. Анимация боя плохая, у Шейкера намного лучше. Так. О, медленная очень. Пук,
игрока очень долго добивает. Ну поэтому нельзя героя судить. По-моему, я про ульт ничего не говорил. Ульт у него тпшит в разные уголки карты. И можно поубивать там вот с тем же Хаос Кнайдом и Урсой тпшнуть за спину этой панде. Ни в чем не подозревающей то, что она скоро погибнет. За спину. И спокойно нарезаете ей. Даже не успеет ульт вызовуть. Он, или шейкер, еще хуже. Недоразвитая лошадь. Этот герой на силу. Наверное, единственный такой герой, который... Нет. Еще есть Феникс. Добей. Так, ясно. Вот сейчас будет действие этот скилл-то. Во, ИВ-шка сразу. Ну, он врубил. Все. Погибла у нас эта чувиха. И, наверное, я тоже погибну. Офигеть. Вот это панда чих. Херу этот был создан в 671 вроде бы доте. Вместе с АА. Ну, аппарат. Герой для ублюдков и холодильника. Третий. Но здесь мы проиграем, против нас чит панда, с которой я больше не увижусь, к сожалению. Эх. Да, против панды нет прояма. У нас киллинг сплиеры делают. Но панда раскачивает. Ой, да она 6-й левел, она меня убьет просто с наката. До панды мы еще даем, я покажу свой экстра класс. Фу, если какие-то рандомы играют классно за нее, то хера вообще будет выносить всех и вся. ХП 600 хп. Так, меня могут убить. Сколько МП у него? Так, 150, по-моему, стоит ульт. Нет. И там еще шейкер подлетит. Лучше не подходить. Пусть буду третьим левелом по жизни, но я не буду фидить. Опасная панда. Йо. О, на коц-то пошли. Мне нужен 6-й левел, тогда я буду полезен для команды. Будем убивать всех с кем-нибудь. А, с медузой можно. Буду за нее цепляться. Или за Невера. Без душ. С одним мобом всех покоцает. Мне бы пробраться в логово. В это. Купить ботинок. И без палева потом уйти. Кстати, звуков он вообще никаких не издает, этот светлячок. Вообще никаких. Вообще. А, не, есть звук такой, когда вот передвижение 8-бича. Сейчас. Да, есть. Всего на секундочку. Ну, блин, мне нет кача, ни XP, ничего. Фш, мастер отводов. Поэтому я ненавижу на низ идти. Тебе могут принимать по откату, а ты ничего не сможешь сделать. Вон, плюс это панда еще. Вот, например, я опять погиб. Вот так. Ну ладно, мы выиграем здесь. Трипл килл идут у нас. Ну, киллинг спиллер тоже. Клацают, не мол, говорят. Почему ты видишь? Ну я-то не вижу, нечего было отправлять Виспера на низ. И то без вардов знал бы я, что я на мид, ой, на низ иду. В соло я бы купил варды, как самый настоящий геймер. А то что так? Вот фура ультует.
Ну да, мне даже не дают стрелка, у меня 4 моба на 8 минуте. Ладно, буду отшугивать их так. Кстати, хорошо так вот, только не это. Только не это, это моя была надежда. Так, все, разведывательная операция закончена. И придется опять из текстур получать их своим беспалевно. Так, а куда она ТП-шнулась-то? Вон оно. Вот ТП! Все. Блин, этот скилл. Все, все, все. Погибни, погибнет, погибнет. Погиб, 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 погиб. Да. Блин. Не понял, а чего у него ульта нет? Дабл килл! За счет Виспера. Все, я теперь имею 6 левел. Сейчас будет путешествие. Вокруг света. Сейчас полетели, полетели, полетели. Душа, ты даже не можешь попасть скиллом своим бальзамированным. Почему? Почему я попадаю своим ультом? Она не может... Ой, тут не это. Фу. Хорошо, что нерву этот не беру. Не разрушительный был. На ХПС есть. Собирать нужно этому светлячку. Бот. Ой, фух, чуть ли не только не купил. Еще бы чуть-чуть, купил бы ботинок Спайдермена. О, нет! Нет, я ТП-шнусь, я ТП-шнусь. Давай. О, стан-то встала. Думала, я стан не качал. И сейчас еще сдохнет. Вот он, Виспер. Все. Мой второй герой после Пуджа. Уже счет подровняли ведь. 4-10. Даже панда не затащит. Так, главное с Симой ходить. Этому герою не нужен фарм. Ну, ВГ там собрать на минуте 30 можно. ВГПТ. Ну, можно. Еще, еще. Худ вместе с пайпом. Вот. Сейчас протянусь. Главное, копии не протянуться. Поехали. Поехали. Я думаю, мы сейчас погибнем. Так. А, фура еще летит. Вот это не беру, вот это дает, парень. QQV же сейчас нажмет. Все, ну все, он QQV. Эх. Я уверен, ему код подсказал. Ну или кто-нибудь еще, какая-нибудь живность. Видели, он вначале QQV не пытался жать. Вначале у него VVV были. Или пытался. Да, он пытался, пытался, но что-то у него не получалось. Так, это блуждающий огонек. Куда же мне ТП-шнуть сейчас? Я считаю. Если ТП-шнусь на низ, прицеплюсь к СП, мы убьем всех, кто внизу. Если прицеплюсь к Анабараку, мы не убьем никого, зато сдохнем все. Но я лучше прицеплюсь к Анабараку. О, ну это я к маму прицепился, нет, вот, так, закручиваю вешку, все, он тоже не уйдет, он тоже не уйдет. Я еще и спасся. Все, я могу себе позволить. Рада видеть тебя. Буду фагилить. Monster kill. Вот это фура с догоном. Хоть я не люблю фур с догоном. Но СФ ничего там не мог сделать, так как панда СФ убивает в легкую. Там даже не нужно уметь за панду играть. Вы даже если про СФ, вы не убьете панду и не уйдете от нее. Голый, голый 5-14. В три раза мы их обгоняем за счет виспа. Вот нужно бы к фуре ТП-шнуть. Всегда цепляться. Он надежды подает. Вот он летит. Летит. Но мне страшно. Сейчас же он... Так, он... Вот он фуре все-таки летит, летит. Клацает. Так, так. Сейчас, вот-вот-вот, к этому канабараку прицеплюсь, погибнем все. Давай-давай-давай!
Фу, Godlike! Уже на 9-й минуте Godlike! Где бы это такое видно-то? Вы подумайте, что это я во второе окно играю. Да, это я. Всегда за Форда убиваю. Godlike только у меня не на 13-й минуте, а на 9-й. Как раз по минуте скил. Ой, ой, сейчас уже ультанет. Да, ой. Хорошо, что ульт всего по двоим прошел. И куда это летит? Не понял. У вас проблем? Сир. У вас проблемы? А, ой, нет, только не фору. Кого угодно, только не фору. Все, она погибла. Она заживала хилку. Сейчас я ее спасу. Я никого не спасу, мне бы самому спасти. Ох, там! Уху! Вот это да! Ну, ты ж... Ты... Буду стомпить его, буду стомпить. Как мастер Госу. Давай, давай. СМ. Ну как я сейвер-то? Вот он, Виспер. Кому нужно играть за Виспера на чемпионатах. По герлингу. Так, догон забирает. Два догона с ними. Лесопилка. Все, можно теперь позволить себе кольцо регена. А нет, я уже стону в щил. Этого убьют, да. Если не убьют, то я добью. Так, он бежит, бежит. А чё нельзя? А, ТП-шиться нельзя в разы территорию. ТП-шусь! Срочно! Кому? Кому? Кому хилку-то? Чёрт. Я улечу, я успею, успею, успею! Две! Одна! Мой труп ТП-шница. Нет, меня даже домой... Дома не похоронят. Фура летит. Микростанчик. Все. Дела пошли в минус. Ну почему медуза такая у нас в теме? Играл бы я за медузу. Уже диффузы были бы на минуте 9, как и Godlike. А, по горе спуюсь. Нужно за водой сходить. Так, все, полетели. Кого спасать-то нужно? Лечу. Он не убьет же без меня. Я не ТП-шнулся. Фух, я не ТП-шнулся, у меня откат ульт был. Так, Лич сейчас ультанет. Ну, какой у него тогда ульт был? Чтобы Личу мультовать, желательно в инвизе, особенно с руной подходите к жертве. Чего мультуете. Главное, чтобы они плотненько к мобам стояли. Или враги плотно друг к другу прилегали, тогда... Ох, даблкил обеспечен. Жизнь. Но до Лича мы еще дойдем. Я ничего не могу себе позволить. Где кроме как кольца регена. Кому спас... Кому спас... Так, СФ. У них гем, у них... Так, уходим отсюда, чувак. Уходим, 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 сейчас улетим. 5-4. Блядь, черт, только... Отомстите за меня, отомстите за Виспера. Ну! Мы отдались. Погибли. Эх. Почему медуза такая бомжатская? С одним Владимиром и сколько у него ДН? Огра магов бьет. Ей нужно на больших точках качаться. Ладно, буду в соло убивать тогда инвока. Это проще простого. Или шейтер, шейтер с блинком. Алло, фух. Ой, чё я это взял? Это чьё? А, она вот чё собрала. Собирает всё-таки. Диффузы. И до диффузов у нашей медузы ещё чуть-чуть. У неё уже есть диффузы. Ну всё, это хорошо. Пусть она найдёт их. Ладно. Не будем расстраивать ее. Она вообще фарме покрядит.
так мне не нравится, что у всех шмот остановился. Так, тпшусь, тпшусь. Ну, QQV тот же заюзает, так, койлов никуда. Ща, я просто смотрю, куда бы тпшнуться-то. Ага, значит, кто-то, наверное, СВ палит, потому что тебе хантер пошел прям преднамеренно, зная, что там враг. Но нет. Ну где враги-то? Нету врагов. Ой, хаст, хаст. Сейчас хаст кто-нибудь возьмет и убьем. Плюс моей половой связью, это точно смерть будет.